Они в Курской области стоят вместе с военной полицией. У них там рейды, если какие-то проходят, они военные машины тормозят. Ну, там, осматривают их документы, не документы, что везут. Вот в этом роде. Больше в работе я их нигде не видел. В новостях рассказывают их там один из самых главных начальников, Апти Алаудинов, что они держат первую линию обороны, никакие не срочники, они там дают ха-ха по зубам, и победа будет за нами. Так хотелось бы услышать твои мысли по этому поводу. Я не видел их нигде вообще, ни разу. Это вот лично мои слова. Видел только то, что они вот с военной полицией стоят при граничье. То есть в боевых действиях они участия не принимают? Я не видел, ни разу. Но они же такие все заряжены, такой спецназ. Нормально так получается, что вы срочники на первой линии пизды получаете, а они за вашими спинами прячутся? Несправедливо. Я считаю, это несправедливо. Несправедливо что? Если они все так распиарили, и они за нашими спинами стали, это несправедливо все. Еще раз сначала повторить, что несправедливо? Несправедливо то, что они так себя распиарили. И за нашими спинами в тылу стоят. Что бы ты передать хотел? Карма настигнет их. Я считаю так.